Всем привет, дорогие болельщики! Пока весь мировой футбол на паузе, к нам в клуб поступило необычное обращение. Местная тамбовская музыкальная группа «Акварис» написала песню, посвященную нашему клубу. Нам стало интересно, что же это за группа, что же это за ребята, тем более они являются болельщиками нашей команды. И мы пришли к ним на репетиционную базу послушать, что они за музыку играют и какую песню про нас написали. Давайте посмотрим вместе. Болею я давно, с самого основания, когда еще был даже «Спартак» тамбовский. Вот с детства ходили на стадион. Раньше еще по молодости были всякие кричалки, всякие такие заводные песни пели. Вот. Сейчас уже нет, сейчас там движение новое, соответственно, мы уже старые, и поэтому в этом во всем не участвуем. Ну и как бы решили от себя внести такую небольшую лепту в поддержку нашего клуба ФК «Тамбов». Вот мы поехали на матч со «Спартаком» в Саранск ребятами. Вот, доехали туда, посмотрели матч, стадион, город. Победили 2-0 и с хорошим настроением поехали обратно домой. Нам пришла эта коллективная идея записать песню. Очень долго ждали этого момента, когда команда выйдет в элитный дивизион. Да что говорить, то, что уже команда вышла в первый дивизион и играла в первом дивизионе, это было просто верх мечтаний. Мы даже мечтать об этом не могли, как бы, да, но поддерживали, надеялись на повышение дальше в классе. Как бы повышение произошло, а футбола мы этого не видим. У нас все очень любят футбол, как мы это видели. Когда приезжал «Зенит» на кубок 2 года или 3 года назад, было просто очень много людей. Вот. А сейчас у нас люди лишены вообще футбола. Не наездишься ни в Саранск, ни в Нижний Новгород сейчас, тем более еще дальше. Мы вот за этот сезон были на одном матче ФК «Тамбов». Команда находится изначально в проигрышном положении. То есть все матчи для нее, можно сказать, выездные. С такими командами, как «Спартак», «Локомотив», там торсит болельщиков огромная. Ситуация непростая. Все ждем, все надеемся, что «Тамбов», ФК «Тамбов» вернется домой, мы еще сходим на все-таки премьер-лигу, посмотрим. Берем тобой!
когда мы ее писали, мы вложили в нее все из себя. Так что очень надеемся, что она понравится людям.